Сегодня у нас барбекю на пляже. Приянта взялся приготовить барбекю. Я его немного засниму. Увидите, как работают профессионалы. Shooting some small video. Just like professionals does. Готовим дома по-русски. Точнее, по-английски. На одного повара три помощника уже. Мы выполняем чиновую работу. Нас не допускают, пытаются. Я быстрее чищу, чем ты сам. Ну все. How many kilos of garlic you buy? Half kilo. Half kilo. And you will use all? Not all. Oh, maybe fish, chicken, no? Чесноком покончено. Переступили к лайму. Начистили гору чеснока. I make comments in Russian, because I will publish in Russian web. Теперь фигаша в лайме. Шметок чеснока немерено. Начали давить гусев. И главное, подходим, пойдет уже время. Убить. What? Harili. Harili. Like you put your country oregano, no? Like oregano? Yeah. Oregano. Типа oregano. Понятно. Лайма прибывает. Такая хорошая смесь чесночка и зелья. Мукари яни ван гудак дэ яни? Нам я, хама дэра ван дрил лор дэ, ано дрил лор дэ. Дрил лор дэ, не? Грин. Сейвуд ту фоса фоса дэ. It's not a marinade, yes? It's just for grill. Not a marinade, but marinade. We marinate. Все у нас в походных условиях. Миски делаем из пустых 5-литровых кан из-под воды. Одна побольше, одна поменьше, круговая подпухает нафиг. Кан побольше, практически меньше. Вот и все, головка. Mountain Spring. Да. Горчичка пошла. Внутри уже соевый соус. Да, туго идет. Маленько. Щедрой рукой. Щедрым ножом. Ножик, да. Спасибо нашему спонсору, компании Дзиллингов, за предоставленные ножи. И компании Крупоровая за посуду. Так,
добавляем лайм. Суп лайма. Нормально. Пол пакетика туда скромсали. Закоксовалось. Ага. Ну, ганайма, да? Сорки? Да, да. Ганайма. Sea salt, no? Yeah. Белые рабыни. Выдавливайте миску сок лайма. Так, что у нас там еще? Маргарин. Напомню, что мы используем только генетически немодифицированные продукты, натурально произведенные в Шри-Ланке. Чувствуется наличие натурального кокосового или пальмового масла. Ну и натуральное масло, конечно, здесь тоже сливочное должно присутствовать. Степанка тарелка поддается. Последние штрихи, вакуум остаю, не напомню. Все это тщательно перемешать, намазаться ровным слоем, и можно идти загорать. Лайма начистили от души. А это a bit dangerous. Yeah. А там включено? Мы там не выключаем. Может, он закончился? Прямо сбоку, а я. Попытка номер один. Попытка номер два. Сейчас, мальчика. Постараюсь при этом Пиз. Я тоже поучаствовал в готовке. Теперь эту всю шнягу надо вывалить на сковороду. Ваня, что они делают? Они готовят нам барбекю. Соус для барбекю. А, сейчас они это все зажарят. Вот так вот. Приятного аппетита. Who wants some? Ага. Working? Okay. Добавляем смесь с чеснока, имбиря, травки типа орегано, ранее добавленный соус, сделанный из маргарина, лайма, соевого соуса, соли. Смесь подогрелась, и это большое блюдо.